Четверть века в мире и согласии. В Приднестровье отметили 25-ю годовщину со дня ввода миротворческих сил России на берега Днестра. Праздничные мероприятия прошли в Бендерах. Начались торжества с возложения цветов к памятному знаку «Блаженны миротворцы». Он символизирует уважение и благодарность приднестровцев военнослужащим с голубыми шевронами. Цветы и венки от президента Вадима Красносельского, премьера Александра Мартынова, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Молдове, Фарита Мухаметшина, депутатов Государственной Думы России, членов правительства, депутатов Верховного Совета, а также сотен жителей и гостей Бендер. Цветы легли также к плитам мемориала памяти и скорби и к памятнику генерал-лейтенанту Лебедю, а также к монументу воину-миротворцу. Это очень знаменательный день для нашего города. Мы пережили самых первых дней этой трагедии. И спасибо, что нас миротворцы защитили. Это сейчас, в наше время, это наш щит. Это наше, как сказать, это такая защита, благодаря которой мы живем благополучно. Мы живем в мире, в согласии. До сих пор, уже 25 лет, мы живем в мире. Благодаря ребят, которые многие ушли. Это приезжали из России, ну, со всего Советского Союза в то время, чтобы поддержать и помочь нам остановить вот эту несправедливую, как можно сказать, жестокую эту войну. Ушло много людей, много родителей ушло, но мы должны поклониться не только мертвым, но и живым.